Всем привет, с вами Сакура, и сегодня я хочу вам показать свои покупки из магазина «Подружка». Я там бываю очень редко, но наконец-то я туда доехала, и более того, я была на открытии магазина, значит, будут не только покупки, но и подарки. Давайте приступим, и первое, что вам покажу, это две косметички. Их дают возле магазина «Подружка», либо же метро, когда открытие, в общем-то, такие они небольшие, но, думаю, не помешают. И вообще я собираю косметички, вы это знаете. И еще хочу вам показать, в принципе, из-за чего изначально я туда ехала. То есть я знала, что я приеду и это куплю. Это у меня Кентсуки, я очень люблю эту марку, но, к сожалению, редко покупаю, потому что ее, ну, я не знаю, где можно купить, кроме «Подружки». И купила для себя неизведанную серию от Кентсуки. Это Crystal. У меня здесь шампунь и бальзам, одна серия, но вот такие вот они разноцветные, с дозаторами, думаю, будет очень удобно, уже хочу приступить скорее ими пользоваться. Люблю эту марку, и как-то она меня даже потрясла, наверное. И вот от Кентсуки я приобрела вот такое вот средство, что удивительно, это и называется средство, то есть не написано, что это бальзам, либо же маска, а просто средство. Меня это очень удивило, но я предполагаю, что это как бальзам нужно нанести и смыть. Написано 3-4 минутки. Буду пробовать пользоваться, объемчик большой, думаю, мне понравится. Если не понравится, вы тоже об этом узнаете. Приобрела для волос вот такую вот штучку Венита. Цветной спрей у меня в таком вот сиреневом оттенке, что удивительно, на самом спрее девушка не блондинка, она русая, что ли, либо же какие-то коричневые светлые волосы. Но дело в том, что на моих волосах этот спрей не заметен. Либо же его нужно вылить целую банку, чтобы какая-то прядь была заметна. Думаю, это реально только для блондинок. Пахнет, кстати, персиками приятно. Ну, в общем-то, как-то еще поэкспериментирую, но на мне не взялся этот спрей. Следующее, что покажу, это от Axe. Антиперспирант в карандаше, пользуется мой муж, всегда берем, нравится, больше и нечего добавить. Black, очень приятный аромат. И следующее, конечно, «Подружка», тканевые маски, вы понимаете, что я не смогла про них забыть. Первое, что покажу, это не Viola, такая вот маска. Маска будет в виде летучей мыши, и мало того, она еще светится в темноте. Думаю, очень прикольно будет попробовать, что же это за штучка такая. Следующая маска тоже от этой марки Niviola Cat. В форме кошечки будет маска, тоже любопытно попробовать. Обязательно в Инстаграме будут фотки, такие маски я всегда фотографирую. И, конечно, от марки Dermal приобрела две такие вот маски. Одна жемчужная, другая у меня с какими-то водорослями. Я очень люблю эти маски и уже неоднократно их покупала и заказывала за границей. В общем-то, кто меня смотрит, знает, что это самые мои любимые масочки. И вот такие вот маски Next Beauty, увлажняющая и омолаживающая, в форме улиточек, такие прикольные. Кстати, одну я уже попробовала, омолаживающую, она мне очень понравилась. Если какая-то сухость на лице, либо же какие-то раздражения, эта маска очень помогает, и кожа прям такая приятная на ощупь, как персичек. Следующее, что покажу, это марка Shine 3, я увидела эти малышки у блогера Светлана, 1983, если не ошибаюсь, ник называется, и просто влюбилась, мне захотелось в «Подружку» попасть и купить. Вот там еще есть пилинги, умывашки всякие, но на «Подружке» их так расхватывают, что просто я взяла то, что было. И это у меня средство для умывания оливковое, да, тут маленький такой форматик, думаю, особенно удобно, то очень экономный, либо же с собой в дорогу взять. И это у меня такая вот маска лимон и мед. Маска, как я не люблю, она не тканевая, но я уже решила, что возьму то, что есть. Мало ли, вдруг на меня когда-нибудь вдохновение найдет. Попробуйте такую маску. Кстати, дали вот такой вот саше сыворотки за покупку какого-то средства для лица, какого именно, я не знаю. От марки Tutti Frutti, вернее, серия Tutti Frutti, марка Формона, я взяла скраб для тела. Это у меня вишенка и смородина, сахарный скраб. Такая вот большая банка, но на самом деле
Здесь у нас 300 грамм, она выглядит большой, потому что здесь много пластмассы в этой банке, то есть она сама по себе из такой толстой пластмассы. Я не открывала, не пользовалась, но здесь вот так вот запечатано. Чувствуется классный аромат вишни. Я думаю, доберусь я сразу же до этого скраба, как вам покажу. Еще один продукт от Формона я взяла себе, это у меня соль. Для ванны я предпочитаю принимать душ, но иногда находит такое вот желание принять и ванну, но у меня нет вообще никакой ни соли, ни каких-то бомбочек, и поэтому мое желание пропадает и уходит в никуда. Я решила взять такую вот соль, она двухфазная, если вы видите, здесь идет желтенькая и переходит в зеленый оттенок, такой градиент красивый. Если честно, когда я брала, вы знаете, кто был на открытии подружки, знает, что там просто нет места, куда протиснуться и что взять. И я взяла, мне издалека показалось, что это что-то цитрусовое с киви. На самом деле это вообще киви и карамбола. И аромат такой, конечно, ядовитенький из баночки. Но, наверное, когда ванну набросать этой соли, будет совсем по-другому и приятно пахнуть. Ну уж будем пользоваться тем, чем есть. Попробую, что же это такое. От маски Fresh Dental я с яблоком взяла такую вот зубную пасту. Я уже ей активно пользуюсь, что могу о ней сказать. Паста как паста, не скажу, что самая приятная, но не скажу, что она какая-то отвратительная. Она яблочная с ментоловым привкусом, вот так вот, гелевая. Ну и перейду к самому приятному, это подарки, подарки за покупки. Дается на открытие вот такие вот боксы от 600 рублей. Покупка, конечно, у меня была покупка намного больше. И я была не сама на открытии, потому что такой бокс один в руки должен даваться. И у меня их два. Давайте я покажу их по очереди, что же там внутри. В первом боксе можно выбрать их. Их всего три вида было. Я выбрала, и зачем я ехала, в принципе, бокс для ногтей. Вот так он выглядит. И что же мы там находим? Мы там находим от Pink Up 30 салфеток для снятия макияжа. Очень удобно. Кстати, я когда посмотрела на эту коробочку, думала, что я открою ее, и внутри вот эта вот шайбочка, в которой и находятся эти салфетки. Но на самом деле все довольно интересно. То есть там вот такие вот салфетки. То есть даже можно парочку с собой в сумку бросить, если вы не уверены в своем лаке, и взять. Я думаю, очень даже удобная, кстати. И жидкость для снятия лака с ароматом жасмина. Я пока ее не нюхала, конечно, и не пробовала. Вот такая вот жидкость от Pink Up. Еще это у нас счастье для ногтей. Покрытие, насколько я понимаю. Такой вот коробки, такое вот покрытие. Буду пользоваться. Почему бы нет? И три лака. В мини-варианте это у нас вот такой вот цвет морской волны, белый, и покрытие в виде, здесь у нас идут какие-то палочки, шарики, вернее, кружочки, красный и белый. Буду, конечно, этим всем пользоваться, изначально этот бокс был у меня самым желанным. И второй бокс, я его называю горе-бокс, потому что у меня от него были большие последствия. Он находится тоже вот в такой вот коробке. Это бокс от марки Evelyn. Вот так вот он выглядит. И сейчас вам расскажу. Кто меня смотрит, знает, что я аллергик, и у меня больше всего аллергия отображается на губах, то есть я не могу пользоваться абсолютно никакими бюджетными там помадами, блесками и тому подобными средствами, но иногда я пробую их. И что же здесь у меня в боксе лежало? Это лип эликсир масло блеск для губ ванильный, вот так вот он выглядит, такой вот коробочки, и внутри вот такое вот масло, эликсир, я его намазала вечером, даже вышла с ним на улицу, было холодно, и я заметила то, что, кстати, он довольно приятно ощущался на губах, что на морозе он замерзает и становится более липким. И я заснула с этим маслом, проснулась от того, что у меня болели губы, они напухли, то есть я почувствовала, что у меня вместо губ какие-то
резиновые штуки, что ли. И, в общем-то, у меня случилась аллергия, последствия сейчас у меня есть, я уже отхожу от нее. Но да, у меня все покраснело, у меня вот так вот напухли губы и облизают, они облизали и облизают сейчас. Это, конечно, уже, наверное, мой нюанс, потому что у меня аллергия практически на все бюджетные марки. Ну вот как-то так, девчонки, если вы чувствительная в этом плане, то не советую вам пробовать. Здесь еще у меня, кстати, это аргановая какая-то коробочка с аргановым маслом, средство для ресниц. Сыворотка с маслом органы. Я ее не пробовала, насколько я понимаю, это как тушь. То есть щеточка, в общем-то, в формате туши, но я ее не пробовала. Не знаю, буду ли, и, возможно, кому-то подарю. И органовый эликсир для ногтей 8 в одном, регенерация ногтей и кутикулы. Вот это вот средство я, скорее всего, оставлю себе, не скорее всего, а оставлю и буду им пользоваться. Это... вот такое вот маслице, думаю, от маслица мне аллергии точно не будет никакой на ногтях, буду им пользоваться. Вот такие были мои покупки, подарки и впечатления от магазина «Подружка». Всем спасибо за внимание, с вами была Сакура, пока-пока.